Ты чемоданы собрал уже? Какие нахуй чемоданы, блядь? Я заебался на такого порыть, на нахуй спина, блядь. Я такое чувство, что у меня спина, блядь, титановая будет, там, когда я приеду, блядь. Стал, блядь, что тут какой-то, хуя. Хорошо, что ты и так мощный. Тебе... Да, блядь, да кого? Я уже нихуя не мощный, нахуй. Все, блядь, силы меня покинули, нахуй. Командование еще конченое, блядь. Немножко уже осталось. Да хуй, это как немножко? Тут уже разговор идет о том, что, блядь, люди, которые, блядь, призвались позже нас не сили. У нас контракт заканчивается, блядь, 2 декабря, у кого-то 6, а у кого-то самый последний 30 декабря, блядь. И поговорим так, что, блядь, чтобы всех отсюда вывести, нам придется их ждать. Устройте бунт. Да какой нахуй бунт, блядь, кто нас нахуй вывезет, блядь, долбоебы, блядь. Че конченые, сука, люди ебаные, блядь. Уже нахуй заебали, блядь. У нас командир, это вообще пизда, нахуй. Отдельный вид, идиотство, нахуй. Поехали стрелять, блядь, и там, сука, блядь. Танка нас ебашит, нахуй, ебашит, блядь, кстати, непрямой наводка. Мы ему говорим, куда мы, сука, идем, блядь, он же сейчас приходит, а. Похуй, идем стрелять, блядь, мне похуй, мне, говорит, типа, я жить здесь все равно особо не хочу, блядь, заебись, блядь.